Вот несколько интересных товаров из этого видео. У них, кстати, тысячи заказов. Всем привет! С наступающим Новым годом вас и праздниками! Сейчас я покажу вам 20 товаров с AliExpress, у которых тысячи заказов. Рубрика вроде интересная. Напишите в комментариях, если рубрика с тысячами заказов для вас интересна, и я буду делать такие выпуски чаще. Ну а сейчас начинаем! У вас пушистые волосы? Дочка постоянно льет слезы, когда мама утром расчесывает волосы? Трудно расчесать мокрые волосы? Тогда эта расческа для вас. Довольно приятная на ощупь, пластик не хлипкий, ничего не скрипит. В общем, надежная конструкция. Удобная ручка, в руке приятно держать. Никуда не выпадает и не упирается. Щетина наполовину состоит из пластмассовых зубьев с добавлением искусственного ворса. Благодаря тому, что расческа изготовлена в виде тонких полосок с отверстиями, ей очень удобно сушить волосы феном и делать укладку. Изогнутая форма, повторяющая форму головы, расчесывает аккуратно, бережно, качественно, легко и быстро, а главное, не больно. Высокоскоростная USB-флешка. Часто необходимо переносить файлы с ноутбука или ПК на ваш телефон, или необходим переносной накопитель для ваших устройств, тогда вам необходим данный USB-флеш накопитель, который может подключаться к любому из устройств благодаря необходимым входам. Преимущества такой флешки явны. Расширение памяти мобильного телефона благодаря внешнему флеш-накопителю с разъемом, подходящий под ваш смартфон. Передача и просмотр документов, фотографий и видео между смартфонами, планшетами и компьютерами. Освобождение памяти на своем смартфоне, перемещая файлы, фотографии и видео на флеш-диск. Просматривание фильмов с флешки и не засорять основную память. Также она маленькая и легкая, ею легко пользоваться и брать с собой в поездки. Несколько флешек под разные входы телефонов оставил в описании. Регулятор напряжения на переменном токе. Максимальная кратковременная нагрузка 2 кВт. Семисторный регулятор мощности использует принцип фазового управления. Принцип работы такого регулятора основан на изменении момента включения семистора относительно перехода сетевого напряжения через ноль. А если по-простому, то устройство предназначено для регулирования мощности электронагревательных, осветительных приборов, мощности электропаяльника, асинхронных электродвигателей переменного тока, таких как в вентиляторах, электронаждаках, электродрелях используется и так далее. Благодаря широкому диапазону регулировки и большой мощности, регулятор найдет широкое применение в быту и в мастерских. Уплотнительная лента для ванной и душа используется для герметизации стыков между стенами и примыкающими к ним раковинами, ваннами, шкафами и другими конструкциями в жилых и нежилых помещениях. Также применяется для заделывания швов при укладке напольной и настенной плитки. Ширина бордюрной ленты позволяет герметизировать или декорировать стыки между рабочими поверхностями, расстояние между которыми до 30 мм. Прочность крепления ленты обеспечивается за счет применения клея с основой из бутилового каучука. Доступная цена делает такую ленту прекрасным материалом для финальной стадии ремонта. Кулер для ЦП с 6 тепловыми трубками. Очень мощный. Аналогов за свою цену в нашей стране не имеет. Этот продукт оснащен спиральным вентилятором высокого давления. Он прогоняет более мощный объем воздуха. Подходит для геймеров, которые интенсивно используют компьютеры. Ресурс 50 тысяч часов. Мощность теплоотвода 150 Вт. Трубки контактируют с процессором напрямую. Контактная площадка плоская. Есть слегка заметные канавки от фрезы. В ней тот же 120-мм вентилятор, только в количестве двух штук, и имеют совместный 4-пиновый коннектор. Сказочная гирлянда с питанием от батареи. Необыкновенно красивая и ни на что не похожая. Очень маленькие лампочки в виде капелек расположены на тонком, почти незаметном проволочном проводе и парят в воздухе, словно мотыльки. Великолепная идея для декорирования интерьеров. Потрясающие смотрятся на вазах с декором или фруктах, а еще их можно использовать для украшения причесок, новогодних нарядов и тому подобное. Водонепроницаемые стильные новые смарт-часы не оставят равнодушным никого, все стильно и лаконично. Часы поставляются в картонной коробке, комплектация стандартная. Часы, зарядный провод и инструкция. На корпусе часов есть одна физическая кнопка, которой можно включить и выключить часы или вернуться на главный экран. Сзади на девайсе есть оптический датчик, магниты для зарядки и две метрические пластины для измерения ЭКГ. Ремешок смарт-часов сделан из приятного на ощупь силикона. Ширина ремешка 22 мм, и его можно заменить на любой другой. Дисплей 1,3-дюймовый с разрешением 240 на 240 пикселей. Яркость дисплея регулируется, также предусмотрена возможность сменить заставку. За автономность отвечает
отличает аккумулятор емкостью в 200 мАч, при среднем использовании которого должно хватить до 3-4 дней. Для синхронизации со смартфоном нужно скачать приложение. Приложение позволяет настроить дату, а также подстроить под себя различные функции и уведомления. Беспроводная поворотная Wi-Fi камера с тысячами заказов, оснащенная микрофоном, позволяющим прослушивать обстановку вокруг, динамиком для осуществления двухсторонней связи, инфракрасной подсветкой и обычными лампами, позволяющими просматривать изображение в условиях недостаточной освещенности или полной темноты. Подключение может осуществляться проводом подключения по LAN-кабелю, либо беспроводным по Wi-Fi сети. Устройство оснащено поворотным механизмом, позволяющим управлять поворотом камеры по горизонтали на 350 градусов и по вертикали на 100 градусов. Поворотная функция камеры позволит заменить несколько стационарных камер, что существенно сэкономит бюджет системе видеонаблюдения. У нее пыли-влагозащищенный корпус с классом защиты IP66. Такой корпус позволяет использовать камеру на улице в условиях температурного режима от минус 30 к плюс 60 градусов Цельсия. А также камера пишет на карту памяти microSD внутри себя. Комплект женского бесшовного нижнего белья и стопа на узких бретеликах и трусы бразильяне. Комплект настолько удобный, что вы не будете его чувствовать на теле. Проверьте сами, насколько мягкая микрофибра и отсутствие швов могут сделать любую активность приятной и комфортной. Комплект идет в подарочной упаковке. Идеальный подарок порадовать себя или близких людей. Налобный фонарь Sofirm SP40. Это мощный налобный фонарь, предназначенный для дома, повседневного использования или активного отдыха, такого как кемпинг, туризм и тому подобное. Он может работать от одной литий-ионной батареи 18650 или работать от аккумулятора 18350 с помощью хост-батареи Repels. Одним переключателем контролируются все функции свечения: низкий, средний, высокий и турборежим. Это универсальный фонарь, комплектуется дополнительным укороченным корпусом, а оголовье съемное, потому его возможно использовать в качестве налобника, EDC, либо же ручного фонаря. В нем крепкий корпус и линза, он герметичен, мощный и имеет приятный мягкий свет. В нем отличная автономность, дальность и угол засветки. Также фонарь оснащен торцевым магнитом и встроенным гнездом для зарядки аккумулятора. Он имеет индикатор заряда, защиту от перегрева и неверной полярности, а также корпус влагоустойчив, что сделает использование данного фонаря более комфортным и безопасным. Термоусадочные соединители для проводов. Эта термоусадочная трубка с оловянным кольцом по центру сжимается в диаметре под воздействием высоких температур, позволит качественно соединять провода без пайки, а также сразу заизолировать и промаркировать кабель, отличается простотой установки, легкостью использования. Металлические S-образные крючки, чтобы повесить ваши любимые игрушки. Можно использовать как на елке, там где в игрушке есть и веревочка, которая не всегда удобная, то ее можно заменить вот такими крючками. Тем более, если брать набор крючков одного цвета, то общая картина будет выглядеть красиво и стильно, так как игрушки будут висеть на одинаковых крючках одного цвета, а не на разных цветовых веревочках. Четырехканальная материнская плата – это добротная материнская плата с поддержкой процессоров платформы LGA2011. Данная плата имеет 4 слота SATA 3.0, а также M.2, что позволит вам подключить SSD-диск с высокими показателями чтения и записи. Данная плата позволит вам подключать множество периферийных устройств USB, так как она имеет 4 разъема USB 2.0 и 2 разъема USB 3.0. Максимальный объем оперативной памяти, который вы сможете установить, это 64 ГБ, гораздо больше, чем нужно для большинства задач. Поддержка гигабит интернета позволит вам обмениваться данными по сети с наилучшей скоростью. Данная плата выполнена добротно и имеет отличные параметры для работы, а также имеет поддержку процессоров Xeon E5, V3 и V4. Детская зубная щетка для детей до 3 лет имеет уникальную форму, удобную как для ребенка, так и для родителей. Широкая форма ручки предотвращает ее случайные проникновения слишком глубоко в полость рта ребенка. Благодаря U-образной головке щетки он может чистить вокруг зуба, не беспокоясь, если есть пропущенное место на зуб вашего ребенка. Чистка зубов обычной зубной щеткой может быть болезненной для детей, что приводит к неприятному запаху изо рта и нездоровым зубам. Этот продукт определенно поможет вам научить ваших детей, как правильно чистить зубы, чтобы они оставались здоровыми.
Реле с защитой от перегрузки. Очень полезная вещь для дома и не только. Реле из-за своих технических свойств отработает быстрее, чем автоматический выключатель. От короткого замыкания оно не защищает, но отключит напряжение на 5 секунд, для того, чтобы вы уменьшили нагрузку. После отчета 5 секунд оно само включит питание. Соответственно, таким образом реле бережно относится к вводному автомату, так как он не получает перегрев и обгорание контактов, что со временем производит к ложным отключениям. И вам не нужно потемки бежать к щитовой для включения напряжения. У гаджета около 15 функций. Вот несколько из них. Задержка первого включения, защита от высокого напряжения, время повторного включения по максимальному вольтажу, время срабатывания аварийного отключения по высокому напряжению, защита от низкого напряжения и еще много чего полезного. Ручной отпариватель. Это портативный ручной утюг для дома и путешествий. Благодаря ручному отпаривателю ваши вещи всегда будут свежими и презентабельными. Он легко их отпаривает и выравнивает, справляется с разнообразными видами ткани. Подошва изготовлена из нержавеющей стали, не оставляет пятен даже на белоснежных вещах. Сам гаджет прост в уходе и в случае чего легко вытирается от пыли. Позволит вам, не снимая с вешалки, ухаживать за своими любимыми вещичками. Вы легко и быстро разгладите одежду практически из любых видов ткани. Популярная машинка для стрижки волос от Xiaomi, которая оборудована слайдером регулировки диапазона среза волос от 0,7 мм до 2,1 см. У машинки для стрижки применяется нанокерамическая режущая головка, которая в 1,6 раза тверже нержавеющей стали. Даже при включении турборежима эта машинка работает достаточно тихо. Уровень шума около 55 дБ и при этом практически не нагревается. В данной модели машинки используется мощный мотор со скоростью вращения 4500 оборотов в минуту в стандартном режиме стрижки и 5800 оборотов в минуту в турборежиме. Турборежим отлично подходит для стрижки густых волос. Еще она оснащена интеллектуальной системой Energy Smart Manager, включающая в себя модули управления двигателем и энергосбережением для обеспечения высокой скорости работы даже при низком заряде батареи. Эластичная сетка на багажник авто. Довольно интересная и полезная вещь, сам такой пользуюсь. Сетка-органайзер – полезный и практичный аксессуар для порядка в багажнике автомобиля. Крепится сетка за счет липучек к покрытию салона, при этом очень крепко держится. Сетка хорошо тянется, отличается прочностью и практичностью. В нее вы можете положить все ненужные мелочи – телефон, сигареты, салфетки, карту и вообще все, что позволит фантазия. С данными карманчиками в вашем авто всегда будет порядок, ведь эта вещица – лучший органайзер. Детские цветные деревянные 3D-пазлы с мультяшными животными. Они подходят для девочек и для мальчиков любых возрастов. Они деревянные, красочные и вызовет у ребенка желание заниматься вместе и в то же время тренировать навыки, помогающие развитию. Внутренний жесткий диск M2 от Kingspeak начинает завоевывать рынок своим хорошим рейтингом надежности, производительности и скромной стоимостью. Я сам около 3 лет назад покупал точно такой же, и полет нормальный, все работает хорошо и без проблем. Надежный и качественный SSD, позволяющий с минимальными затратами повысить производительность домашнего или офисного ноутбука, или ПК, и использовать все возможности современных программ и приложений. Работая данными со скоростью до 10 раз превышающей скорость традиционных жестких дисков, SSD M2 обеспечивает значительное ускорение старта системы и загрузки программ, а также повышает общую отзывчивость системы, так что берите на вооружение, покупайте SSD M2 и ставьте на них винду, а не на HDD, и будет вам счастье. Вот таких 20 популярных товаров я нашел для вас. Надеюсь, вам понравилось и вы оцените и другие мои видео. Напишите в комментариях, что вам понравилось, чтобы лучше продвигался ролик. Это для меня очень важно, так как без вашей поддержки очень тяжело продвигать ролики, так что буду признателен. С наступающим вас Новым годом, пусть все ваши мечты сбудутся и здоровья вам, это самое главное. Всего вам наилучшего и скоро увидимся!